Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Идол Герои. Так, поехали, как всегда, по заданиям пробежимся. Это все, соответственно, забираем. Да ладно, сразу все выполним, потом будем забирать. Так, получить сразу и отправить. Тут у нас что на поиске? Давай босса мне. Босса давай, говорю. Ну, ага, хрен тебе, а не босс. Ладушки, волик. Замечательно. Так, запросить, давайте сделаем запросы. Замечательно. Так, kill me, Lord Gear. Так, все в друзья. Так, замечательно. Тут нету у нас, да, боссиков? Жаль, жаль, конечно, что нету боссиков. Давай-ка мы вот так, наверное, сделаем. Вот так. Этого уберем отсюда. И, пожалуй-ка, вот так вот сделаем. Оборотень включен, да, все у нас хорошо, все на мази. Блин, подожди, а я же должен пропускать бой, зачем мне это? Мне это не надо. Давай вот так вот. Поражение? Хорошо, я понял, больше не буду нарываться. Перебьемся, давай. Лотерею, ага. Фортуна, лотерея у меня нет. Вот сейчас, ребята, я получу как раз жетончики. И, естественно, мы с вами крутанем два раза. Поехали. Погоди, погоди, я успею обновить? Успею. Я уже думал, что я нажал, но нет. Так, а здесь у нас что? Блин, обновил, называется. То же самое, что было, то и опять же появилось. Ну, поздравляем, вы получаете четырехзвездочного скелета. По-моему, генерал скелетов, да, если не ошибаюсь, это. Так его величать. Не, чтобы хотя бы миража мне дали. Ладно, так, здесь мы покончили. По-моему, элитных у меня нету, ребята. Фишек, сейчас проверим. По-моему, нет, ребят, я все потратил буквально недавно. Ну хорош, давай ты прогружайся уже, ё-моё. Да, ребята, ничегошеньки не осталось у меня. Так, в таверне, смотрим. Автозаполнение, начать. Ой-ой-ой-ой-ой, не надо. Так, здесь у нас нету ничего. Так, это сколько звезд? Четырехзвездочное задание. Это нам пригодится, ребята. Так, просьба Берри. Покорить оборотня. И хлопоты. Подожди, вот это вот, наверное... Это можно будет все выполнить, но попозже, ребята. Сейчас не будем пока. Так. Подожди, подожди. Нам же нужно, ребята, выполнить хоть какой-то... Давайте вот эти вот однозвездочные с вами закончим. Чтобы задание нам завершить. И вот это вот. Так, подожди секунду. Вот так вот, хорошо. Так, что у нас тут? Получаем одним кликом. Супер монетку получили. И 6 бриллиантов. Что-то как-то кисловато, ребята. Не устраивает меня такой расклад, если честно. Так, изготовите 3 снаряжения. Поехали. Так, давай-ка, подожди, посмотрим. О! Давай изготовим ботиночки себе. Раз, да? Здесь ничего не можем. Здесь попробуем вот так вот сделать. Замечательно. А здесь ничего, к сожалению. Тогда я думаю, что лучше нам сделать вот этот вот амулетик. Все. Получаем. Так, сделать базовый призыв, сделать героический. Ну, это все стандартно, ребята. Так, приступаем. Базовый, бесплатный скелетик хреновый. Так, давай здесь посмотрим. Ай, тролль. Морозный тролль. Ладно, получаем, ребята, реварды. И, так, два рейда. Давайте, ребята, с вами сделаем быстренько рейды эти. Так, 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 погнали. О, неплохо. Бабульки пошли, бабульки пошли. Так, здесь у нас вызов храбреца тоже. Давай, не подкачай меня. Фортаней, ох, как хорошо. Ну давай, так же, еще разочек. Ха, нет. Ничего подобного. Скажет, обойдешься, тебе одного раза достаточно. Так, ну давайте тогда хотя бы на осколках отыграемся. Ну, удачи, улыбнись. Что? Фрагменты, понятно. А, во, нормуль, ребят.
Давай еще так же, разочек. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Нет. Никогда еще не бывало, чтобы два раза подряд так выпадало. Так, задание получаем. Здесь у нас остается что? Сразиться на арене, ребята, три раза. Естественно, мы бежим. Бежим сразу же тут. Деремся. Так, забираем 36 тысяч голды. Давай еще разок. Сколько чего нам здесь? О, 3600 душ. Хорошо, давай и последний бой. Хотя, почему последний? Надо посмотреть, ребята, сколько нам там до завершения ивента нужно. Да, по-моему, совсем немного. Так, ну что, получаем. И собрать награды с компанией. Хорошо, давайте мы здесь получим уровень, как думаете, или нет? Нет, уровень мы не получили. Жаль, обидно. Погоди-ка секунду. Погоди-ка. Ну-ка. А, ну понятно. Нам нужен какой? 88-й. Всего лишь еще один. А, нет, два уровня, ребята. Два уровня нам нужно продержаться. Так, смотрим, что здесь у нас. Здесь нужно получить 50 энтеграмм. Мы всего лишь 18 получили. То есть нам еще тут пыхтеть и пыхтеть. 29 четырехзвездочных заданий нужно сделать. 25 звездочек. Ой, дофига чего надо еще делать. Ну, это понятно. Синтез — это отдельная тема. Так, этого у нас мало. Поэтому ничего тут мы сделать не сможем. Так, давайте за вход 30 брюликов заберем. Ну, давай. Не томи. Вот что ты там думаешь? Что ты там думаешь постоянно? Больше здесь нам ничего не надо. Так, а здесь у нас забираем вот это вот. Хопа! Отлично, ребята, будем призывать. Я думаю, что надо нам призвать и посмотреть, кто у нас будет сейчас, кто появится. Тайный сундук. 1500 гемов. Эх, жалко нету, конечно, да, ребят, 1500 гемов. Так, на рынке давайте посмотрим, что у нас есть. Так, вот этот мне нужен, вот этот мне нужен чудик, ребята, я его долго ждал. Для трансформации он мне сейчас пригодится. Да что ж ты постоянно там обдумываешь, да? За серия ты этакий. Ну, а пыль видовская, это мне не нужно. Так, значит, свободный остров, это все понятно. Давайте-ка зайдем, ребята, в гильдюшку. Надо обязательно посмотреть. Список запросов. Так, отличненько. Замечательно. Так, смотрим. Науку, говорите, я не качаю. Ребят, почему я не качаю науку, когда я качаю науку? Но она очень тяжело качается. Очень тяжело. Так, рейд. Что у нас по рейду? У нас вот этот вот босс. 74% у него, ребят. 74. Ну, поехали. Сейчас быстренько все свои две попыточки истратим. Так, посмотрим заодно, сколько мы убираем. Так, 74% у него было. Давай посмотрим, сколько у него сейчас. 74. Да, ребята, опять же по 2%, грубо говоря, я отнимаю. Ну, это слабо. Это слабенько будет, конечно. 2% за 2 ходки, 4% снимаю. Ну, это я один. Но не забываем, что нас тут много, поэтому мы должны его в ближайшие сроки заколбасить. 70%. Так, погоди, а кто на первом месте стоит, ребят? А, Чуви. Чуви на нос. Подожди. Нифига, он нанес 12 миллионов. Как-то... Он, наверное, за кристаллы бомбил. По-другому никак. Ну, Чиви, ну хитрец, а. Все вперед батьки лезет, а, в пекло. Так, ну что, давайте зайдем на мельницу. Так, заказ выполнен. Отлично, давайте принимать. Так, что у нас тут? Так, пожертвовать. Ребят, естественно, я буду жертвовать. Так. Хорошо, отлично. Я думаю, пока хватит. Я на втором месте. Должен быть на первом. Как глава должен быть на первом, ребят. Сейчас я еще два разика донатну, хотел сказать. Ну давай. Ну что, вот я не понимаю вот это вот фигни. Что ты там думаешь постоянно? Тут думать вообще нечего. Ну, на каком месте? Вот, ребят, вот это другой разговор. Я на первом месте. А Чуви здесь, вот здесь Чуви на последнем. Вот так вот.
Так, что он? Ну, магазин мне не нужен. Бои гильдии. Так, это 12-й, ясно. В принципе, пока все, ребята, да? Пока все. Сколько у нас вообще? Так, 9 человек из 19. Понятно. Очень хорошо. Ну что, ребята, будем с вами призывать смотреть. Давайте глянем, кто у нас тут такой будет. Ух! Так, и это у нас кто? Эмили. Эмили. Хм. Ну, не знаю, ребята, что у нас. Пустой кошмар. При атаке наносит 110 урона последним рядам врага и повышает 15 брони последним рядам союзников, то бишь нам, на 2 раунда. Ага, вот это классно, что она задние ряды колбасит. Это очень хорошо просто-напросто, ребят. Я даже думаю, что, наверное, ее стоит призвать. Так, где она? Так, я не вижу, ребят. Че, она уже сразу у меня там оказалась, что ли? Я не могу понять. А ну-ка. Уже в героях сидит, что ли, вовсю? Да, она уже здесь притулилась. Кстати, про Берри-то никто не написал, как он, хорош, нехорош, вата, не вата, мясо, не мясо, корм, не корм. Пастор Эмили? Слушайте, пастор мне нужен, ребята. Мне пастор обязательно нужен, поэтому я, наверное, все-таки ее качну. Вы, если что, ребятушки, поправьте меня, правильно, неправильно делаю. Ну, по-моему, все у нас на мази. Пастор никогда лишним не будет. Поехали дальше. Нехватка душ, ядрить тебя на корень. Вот так вот, вот называется, раскачали. Так, ну что же, в принципе, я доволен. Тем более Эмили просто так не будет с этого. Там же был у нас супер-пупер призов, да? Не какой-то там лашмандей, а действительно достойная карта выпала. Точнее, достойный герой. Так, хорошо. Что у нас еще есть? Смотрим, ребята. Ну это у нас... Ага, вот этого я хотел. Иди сюда, в родные пенаты. Все, теперь мы сделаем трансформацию. И кого же я хотел-то сделать? Дай мне бог сейчас вспомнить. Кого я хотел улучшить, для чего? А, он мне нужен был, ребята, да. Именно здесь. Ну что же, будем делать, ребята. Мне как раз норма нужна будет. Она потом пойдет у нас на корм. Так, вот они, вот эти вот 4 охламона. Поэтому одна у меня уже есть 5-звездочная, даже 6-звездочная. Это лишним не будет. Так, я думаю, что мы сделаем, наверное, так, так, так и вот так. Синтезирование. Ну что ж, замечательно. Успешно получили. И вот она у нас, красавица, сидит. А можно ее, в принципе, ребят, знаете, на что пустить? Я не знаю, получится, сейчас глянем. Так, у меня... А, у меня нехватка. Нехватка, ребята. Да их и мало почему-то. Видно, куда-то я их спустил в свое время. Ладно, фиг с ним, ребят. Так, что-нибудь еще... Мы что-нибудь еще можем вот здесь вот чудануть? По-моему, нет, не можем. Ага, а это вот... Это, по-моему, есть, да? Эмили. Она, не она? Нет, по-моему, это не она. Вот она. Шестизвездочные, да? Так, а это кто? Это Сайла. Эмили, Эмили, Эмили. А когда она становится... А, ну все, в принципе, вот она. Это нужно, ребята, мне еще одна такая же Эмили, пятизвездочная, блин. Да, не все так просто, чтобы на шестую звезду-то качнуть. Хм. Ну ладно, будем стремиться, стараться. Может быть, нам повезет. Так, что такое? Ага, получаем. Синтетический ивент. А, ребят, я сделал, да? Ладно, хорошо. Лотерея. Лотерея, кстати, у нас есть, по-моему, один жетон. Блин, ну поехали. Поехали, посмотрим. Да ладно, вы издеваетесь, что ли? Твою ж маковку, а. Ничего другого я даже и не ожидал, ребят, получить, честно. Так, у меня тут еще норма 4-звездочная затесалась. Так, здесь 4-звездочная, то есть 5-звездочный лутец 5-звездочный у нас есть. И это как ее? Свет звезд 5-звездочная. Да?
Ну да, только вот они, двое, остальные все идут у нас на трансплантацию, елки-палки, будем их чекрыжить. Ну что, у нас тут с осиновым подземельем как? Пока никак, через 5,5 часов. Ладно, по призвам. Ну что, у нас есть с вами, давайте попробуем и так вот сделать. Ай-яй-яй-яй, скелет. Это плохо, ребята. Двухзвездочный причем. Сейчас мы попробуем здесь потратить трехзвездочный. Ладно. Опять двухзвездочный. Хорошо, это у нас, ребята, идет на расщепление моментально. Погнали. Вот так вот. Так, и... давай попробуем еще призвать. Трехзвездочный. Ладно. Трех. Трех. Да ладно, вы издеваетесь. Давай еще полного. Да, для полной кучи трехзвездочного, а? Чтоб полностью. Ну, естественно. Как же без этого, ядрен батон. Так, ну что, так, в компании нам делать нечего, ребята, мы ничего не сможем там все равно. Так, свободный остров, естественно, ребята, нужно заглянуть и возьмем наши деньги, которых не так уж и много. Брюлики забрали. Так, давай посмотрим, что у нас здесь на карте происходит. Сундучки. 20 лямов у нас всего бабла, мало, ребята, будет. Да что ты, вот как ты меня бесишь вот этим вот. Одна карточка пятизвездочного героя выпала. Так, ну что же, давайте делать рейд. Попробуем с вами затащить, закоптить. Так, оборотень включен. Поехали. Все поджарили здесь. Все поджарили. Забираем наши еще эти нарциссы и идем уже с вами на босса. Так, не хватает, да? Ладно. Поехали на босса. Блин, не знаю, что получится. Но в последнее время у меня не получается, ребята, его победить. Так, по-моему, хрен. А нет, смотрите, забамбашил я его. Лежит, грустит. Все, пока, адьюс. С тобой покончено. Так, у нас с вами испытание храбреца. И в то же время, я думаю, может быть, нам здесь, ребят, с вами... Так, бонус за вход. Может быть, так. А не хватит у нас, да, ребята, на арену? Не хватит. Жаль, конечно. Кстати, да, у нас же еще есть оборотень. Надо, ребята, глянуть. По-моему, можем его разочек прапать. А может быть и нет. Можем. Ну, так. Отлично. Так, а здесь? А здесь, к сожалению, не хватает. Ну и ладушки. Так, что у нас тут? Опять что-то, да? Получаем. Награда битого босса. Босс небесного острова умер. Понял, мы его забомбили. Естественно, ревер за него получили. По рюкзачку, блин. Все время в этот рюкзак заглядываю и думаю, что здесь что-то новенького появится. Ни хрена здесь новенького не появится. Башню, интересно. Кстати, да, у меня же персонажик. Может быть, мы его еще немножечко... Так, где ты, радость ты моя? Вот она. Может быть, еще маленечко? Всего лишь один раз, ребята, получилось. Ха, апнуть. Слушай, ну зато у нее все практически открыто. Ну-ка. Так, когда жизнь ниже 50%, повысить 15% силы атаки. Броню врага снижает на 15%, которая длится 3 раунда. Это пассивка. При обычной атаке случайно дает двум врагам эффект минус 70%. Снизить 10% критического удара. Так, жизнь увеличится на 20%, скорость на 20%. Фу, слушайте, а может быть ее можно к себе брать в основной состав? Как вы думаете? Давайте-ка пойдем, наверное, с вами на испытание храбреца. Я возьму ее в башню забвения, попробую. Может быть, с ней получится у меня пройти, хотя сомневаюсь я почему-то. Ну что, давайте, поехали. Попробуем здесь немножко пошалить. Может быть, не знаю, может быть, норму убрать. Черт его знает, как лучше это сделать-то. Что-то на одних хилах, по-моему, да, сижу я. Ой, оборот не забыл, ребят, поставить. Блин. А, ну, в принципе, здесь первый уровень.
Так, посмотреть бы мне, как Эмили это у нас работает. Чё-то я ничего не понял. Она, по-моему, ничего не успела сделать, да? Ладно. Сейчас, ребятушки, все увидим. Оборотень, включайся давай. Включайся в бой. Нечего там прохлаждаться тебе. Вы, ребят, не забудьте мне написать в комментариях, Эмили, что, как она, нормуль, не нормуль. Я думаю, что нормуль. Мне почему-то вот предчувствую. Не может такая вот карта выпасть из суперпризова, так скажем, если она фуфло. Ну, наверное, корм будет хороший для кого-нибудь когда-нибудь. Так. Я просто не могу посмотреть, что она, ну, как она держит удар, не держит. Поставил ее куда-то не туда. Так. Ну, лучшие хилы, я так понимаю, ребята, у нас из царства леса, да? Она у меня кто? Она у меня пастырь, свет. Тут такой, блин. Это вот крестик-то что означает у нас? Святоши, типа, да? Так. Или люди. Класса людей, раса людей, точнее. Так, ладно. Пока идем нормуль, ребят, ну... Это, как говорится... И должно быть так. Начнутся проблемы где-то на 9-10 этапе у нас. Там, да, там придется немножко попыхтеть. Это, вот, вот. Мираж, я так понял, это фуфло полное, да? Кормежка, одним словом. Так. 20 чешуек. Давай дальше двигаемся. Интересно, получится у меня пройти полностью сегодня или нет? Хотелось бы, было бы неплохо. Свет звезд, я тоже, так понимаю, ребята, не особо хороший персонаж. Наверное, на корм пойдет. Хотя, честно говоря, я и не видел, чтобы она там у кого-то шла на корм. Ну, может, в дальнейшем как-то пойдет. Мне нужен кэрри. Мне нужно раскачать кэрри. Для этого мне нужна еще одна карточка, ребята. Точнее, еще один герой. Пятизвездочный, блин. Это не так легко. Как раз, кстати, вот за чешуйки есть... Вероятность его получить. Но это сколько нужно? 44 тысячи. Ёб красота это. Мне придется тут полгода драться на эту фигню проходить, чтобы заработать его. Причем каждый день усиленных вот этих вот походов, блин. Так, ладно, расколбасили. Замечательно. Так, ну что, вот начинается, ребята, уже сложнота. Сами видите, у них уже тоже появляется оборотень. Соответственно... Сейчас кто кого? Так. Ну, блин. Эмили, ты будешь хилять или нет? Она хиляет, ребята, и она хиляет всех. Отлично, вот как раз такой юнит мне и нужен был, который может хилять всех. Потому что Норма хиляет не всех. Далеко не всех, она хиляет в основном себя и одного какого-нибудь слабенького, у кого меньше хп. Но мне нужно именно, чтобы всех. А Рос, по-моему... Нет, Рос вроде бы тоже как хиляет, но не помню всех, не всех. Ой, тут вообще как-то быстро расписали. Так, ну-ка. Главное, чешуйки идут, ребята, это хорошо. 11-й этап. Ох, там, блин. Охотник на драконов. Кто там у нас еще? Сейчас посмотрим. Норма. Так, Айден, два штуки Айдена, я смотрю. Так. Ой, ой. Вот это да. Блин, Эмили упала, ребята. Фак, а. Забомбашили все-таки, а. Ты посмотри на них. Так, значит, Рос все-таки у нас хиляет еще, да, получается. Ладно, Эмили упала. Значит, нам надо будет кого-то ставить взамен. И это у нас будет, я даже не знаю. Ну, давай поставим. Ну, охотника драконов. Хотя вы говорите, что Гера в разы лучше, да? Да, в разы лучше. Не знаю, может быть, он просто у меня еще пока не прокачан, не шишарики. Или у него способности открываются на 6-й звезде, а может быть, вообще на 9-й, фиг его поймешь. Ну, давай, накажем, накажем, должны наказать. Рос, не падай! Черт тебя побрал, он упал. Рос упал у нас, блин. Мы в ответку. Охо-хошечки, хо-хо. Двух бойцов опять лишились мы с вами. Печалька. Ладно, у нас еще есть Гера. И кто там еще у нас? Гера и Эйден. Давайте тогда так, наверное, сделаем, да? Попробуем. Нам бы продержаться, ребята.
У меня еще кальмар там где-то лежит. Ну, я думаю, что мало от нее толку будет здесь. Ой, как же он меня раздражает, а этот охотник на драконов. Так, ну, посмотрим, получится, нет у нас. Ай-ка, хорошо. Ой, замечательно. Фу, расписали довольно быстро, шустро, налегке. Так, предпоследний, ребятушки, у нас этап. Все, как говорится, в наших руках. Точнее, в руках наших бойцов. Смотрим. Ого, нифига себе носорог какой. Дрен батон. Вот он, прокачка у него там, походу, дело жесткая. Что-то как-то мне не нравится, ребята. Мне не нравится вот этот вот персонаж. Ой, что-то... Это что-то... Что сейчас было? Что-то как-то все промелькало, промелькало. Я смотрю, что у меня уже... Так, а у него каменный. Нет, 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 нет. Да, ребята, проиграли мы. Проиграли, к сожалению. Ну, в принципе, я как бы догадывался. Потому что, судя по тому, какие у него там персонажи были, в какой прокачке. Ладно, сколько мы уже с вами заработали. Ну что же, почти, грубо говоря, ребята, 10 тысяч мы насобирали чешуек. Совсем немножко. Кэрри, жди меня, я скоро тебя заберу. Кстати, ребята, вы скажите мне про Берри. Стоит ли его тоже зарабатывать или нет? Ну, я думаю, что Зирок это не особо хороший, да, перс? Так, ладушки. Скоро Кэрри. Ну что, будем пробовать, ребят, давайте попробуем. Здесь, как вы помните, меня колбасят, я не могу пройти. Если мы сейчас с вами сделаем вот так вот. Предположим, ребят, предположим. Хочу просто посмотреть. Неужели опять не получится у нас с вами затащить все вот эти вот мелкие поганые эльфийки, которые у нас разбирают. Ой, да ладно. Что-то сейчас вообще уж больно быстро. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Ой, как все плохо, как быстро. Или у меня персонажи ватные, или просто здесь не подходят они. Как-то уж вообще чересчур быстро разобрали. Ну, если я, предположим, уберу. Так, возьмем, ну... Так, подожди секунду, давай-ка... Тихо, вот так вот. Вот так попробуем. А вместо Кэрри... Нет, нет, как-то вот не знаю я. Валя, 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 Валя. Хорошо, давай попробуем так. Мне кажется, что опять же ничего не получится, ребят. Так, ладно. Ёлки-палки, Кэрри уже валяется у нас. Ты посмотри, охотник на драконов упал. Жесть, просто, ребята, жесть. Просто расписывают как могут. Ничего абсолютно не помогает. Я даже не знаю, что и сделать, если честно. Не знаю. Или шмотки надо улучшать. А как ты их улучшишь? Они по пределу идут, ребят. Так, Эйден, а почему у тебя ничего нету? Давай поставим хотя бы уж тебе... Блин, эти артефакты тоже не прокачаны, ё-моё. В общем, ребята, в данный момент я просто встрял. Что в зомби-страйк, что здесь. Я не могу пройти башню, я встрял. В компании мне нужен уровень, чтобы пройти дальше. 88-й, я еще на 86-м. Поэтому, наверное, видосики не так скоро будут у нас, ребята, выходить. Я буду потихонечку развиваться. Как что, если продвинусь, обязательно будет выходить следующая серия. Ну, а на этом, пожалуй, дорогие мои друзья, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и увидимся вскоре. Так что, всем пока и... До новых видосиков, ребята.